Хлеб Бершка не працует. Замкнуто. Дуже склепов есть замкнуто. Ніц не працює. Уже ходімо, ходімо. І ніц не маємо. Нові склепи. Шістки і нормальні склепи є замкнені. Но бардзо трудно. Мы пришли есть фобо. Фобо пришли кушать. У нас тут вьетнамский. Маленький Вьетнам. Да, маленький Вьетнам, и я сейчас кушаю. Да, Яся? Да. Смотрите, Антону фобо принесли с проростками, а мне баньбао. Прям сразу вспоминаю, когда, помнишь? Вьетнам. Баньбао, баньбао. Приятного аппетита! Угу. Давайте. На Невском проспекте мы сейчас. Вот, идем на метро, чтобы поехать снова домой. Вот идем. Сейчас на метро. Метро у нас вон там вот, а там вот Московский вокзал. Мы на метро, потому что мы замерзли, да? Замерзли? Да. Да. Идем домой. Людей вообще много. Вот поэтому я не люблю в центр ездить, в центр места, потому что тут дуже людей. Яся, ты что? Я хочу погулять. Что капризничаешь? Хочу погулять. Папа замерз. Давай погуляем, папа. Папа. Сейчас мы проедем и там погуляем у нас. Вот там вот тоже метро. Ну это прям самая главная станция. Центр, да, это прям? Да. Да, прям центр. А мы идем все в метро уже заходить. Поедем домой, обратно. Все, мы в метро. Переход. Сейчас снова идем к станции. Это Инная станция метро.
Одессе я зазвонила до консуляту польского в Санкт-Петербурге. Размавили мы. Я хотела записаться на прием, но мне поведали, что не мамы приему в Санкт-Петербургу, езжайте до Москвы. А я не смогла, не хочу я ехать в Москву, холодно сейчас и не та обстановка, чтобы ехать туда, поэтому я решила, что попробую сделать сама. И я сделала все сама, без консульства Польши. Сейчас соберу все документы и приду к ним на прием уже непосредственно и узнаю, что они там скажут мне. Будет интересно узнать. Тарас, идем до дому, зайдем в склеп и в шестку. А Яся еще на спацах хотела, да? На прогулку? Да, на площадку? Да. О, еще на площадку пойдем на несколько минут. Сегодня весь день провели в центре Хандловом. Чеснок надо, да? Да. Давай пойдем искать. Сейчас вам покажу. Помидоры? Нет, это сливки. Простите. Что убираем? Майонез? Да, майонез возьмем. Не знаю, что это такое. Ну, поехали дальше. Что стоим? Хотя поехали. Это все отдел со сладостями. Мне надо купить что-нибудь к чаю, потому что к чаю у меня ничего нет, поэтому я куплю чокопай, как вы видите. Вот это типа замена фанты, замена спрайта. Это тоже какая-то замена, не знаю. Вон фанта-кола. Кола такая вот. Это фанта. Видите как? Но зато появились китайские всякие чаи. Китайские всякие чаи появились. И черноголовка разные. Вот так вот. Кола вот такая вот. Я не знаю, я это не пью все. Все, мы на кассу идем. Мы будем покупать это все. В Польше Яся очень улюбила вот такие вот рожки. Карнет. Купились мы. Держи. Пожалуйста. Песня хорошо по одной посуде. Ну давай. О май гад. Ты что? Пошли куда? Идем мы далее. Видите, совсем темнота, и я бы хотела сказать вам всем,
Хотелось бы сказать всем bardzo dziękuję wszystkim за оглядание моих фильмов, за wszystkie комментарии. Bardzo-bardzo dziękuję вам. Тоскуем мы тут в России по Польше. Аккуратно проходил уже, смотри. Смотрите, какая темнота. Холодно, зимно, bardzo зимно. Не веем, как у вас погода. Тут и bardzo зимно. Каждый день идет дождь, падает дождь. Как-то не веем. Трохи буду размавлять по-польску. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте ваши лайки. Всем пока-пока! И до видения! Красивая.